компания могла полностью принимать неограниченные суммы среди на банк и платежной системы, ей нужно сделать расширенную лицензию. Что они сейчас и делают? То есть сейчас стоит в компанию, вот у вас на слайде есть Atlantic Global Asset Management. Я сейчас вас буду перевисывать баллистика, да, чтобы вы видели, как полное название, и возвращаться сюда, чтобы у нас была такая работа, ну, чтобы вы это все для себя очень хорошо записали или запомнили. Вот, значит, у нас компания Atlantic Asset Management. Это управляющая компания активами, которая получит лицензии. И сейчас в процессе получения лицензии. Вот у нас есть, вы видите, 05.10.07 получение лицензии на финансовую деятельность. Какую именно? Asset Management – это управление активами. Trust Management – это доверительное управление. Payment Service – это платежные услуги. Project Management – это управление проектами. Trading and Dealing with Assets – торговля и организация сделок с активами и деятельность инвестиционного фонда. То есть эту лицензию должна компания получить на компанию Atlantic Global Management до 10.07. Уже у компании Questra Holdings заключен договор с новым банком, это Экобанк, вверху вы видите его реквизиты. Где будут уже новые, получается, это будет новый банк, в котором они будут работать с большими суммами, да, то есть по новым договорам. Но договор уже с банком есть, но они не могут выставить сейчас реквизиты, потому что до сих пор еще нет лицензии. Лицензия будет после 10.07. Как нам обещают, 15 числа будет уже все готово, и полностью мы будем в этом процессе работать. Что еще изменяется в этом действии, да? У компании не будет уже 25 управляющих. Эти управляющие перейдут работать напрямую с брокеров. И компания Atlantic Global Asset Management заключает договора с 3 или 4 брокерами. То есть это уже брокеры, которые давным-давно работают на рынке. Это компании брокеры, которые работают 10, 5 лет, 7 лет. То есть такое время. Поэтому будут эти договора, будут эти брокеры указаны на сайте компании, но только после того, как они получат финансовую лицензию, когда все это разместят, все нам договора дадут, все лицензии нам дадут, то есть я требую от компании, чтобы дали нам все документы, чтобы мы могли с этими документами, например, работать с клиентами, могли заключать большие контракты, то есть весь пакет документов, который они могут дать. Официально это их лицензия финансовая, это их договора с брокерами, вот эти все документы будут у нас и будут то же самое у вас. Еще один момент. Еще будет одна компания, Questra World, это рекламный блок. Получается, у нас будет 2 разных кабинета и будет 2 разные компании, которые будут слышать схему, вы видите. Да, то есть, если мы агенты, мы работаем в Questra World, а клиенты работают напрямую с Atlantic Global Asset Management. Очень хорошо. Что еще у нас планируется? Я вам перейду в слайд. Итак, 15.07 мы ожидаем все это, плюс уже мне сказали, что на следующей неделе увидим мы эти сайты, которые будут в процессе доделываться, да, но их можно будет уже увидеть, плюс будут полностью обновленные новые кабинеты с новым дизайном, плюс сайт Atlantic Asset Management тоже сказали, что будет новый дизайн. Итак, еще что запланировано? 5.10, это 5 октября. Да, 5 октября первая эмиссия корпоративных брендированных карт MasterCard. То есть с этой лицензией, которую сейчас получает компания Atlantic Asset Management, они смогут выпускать свои брендированные карты. И хотели бы, конечно, побыстрее, но такая процедура, они побыстрее не успеют, это будет только в октябре. Только после 5 октября будет первая эмиссия этих карт. Также платежные системы, которые должны быть включены в первую очередь, это SWIFT и Payments, AdvoCash, Visa, MasterCard, по-русски. Я пока еще точно не знаю, включат ли они ее сразу в июле или в августе, либо это будет уже осенью. Мне пока еще точно не сказали, и как только скажут, будет точная информация, я вам точно так скажу, потому что они обещали, но как это будет на самом деле, мы это увидим в процессе. То есть вот эта информация, чтобы вы понимали, что происходит, то есть компания расширяется и доходит до такого, то есть более
высокого уровня работы, как по мне, потому что такие компании инвестиционные, то есть лучше всего, конечно, чтобы работали именно образом, чтобы у нас всегда были возможности года вывода и суммы не лимитировались. Плюс вы помните, что должны вестись новые портфели на 100, 250, 500 и категория ретинентов пойти, поэтому все эти нововведения будут для нас очень даже положительны. Да? То есть всю информацию, которая у нас будет идти, я вам буду постоянно объяснять, рассказывать и доводить. То есть они до всех все можно достучаться и всем все объяснить. Итак, на вопросы я отвечу попозже. Попозже. Я вижу, что у вас есть вопросы, я отвечу попозже. Сейчас момент такой, то есть если вот в московском офисе, если у меня будет сбиваться видео, либо связь, да, либо слайд, вы мне, пожалуйста, пишите, вот коллеги, человек полонен. Я вижу ваши сообщения, да, сообщения пока что не видно, и не хочу отвечать. Итак, самый главный вопрос, почему сегодня я захотел вот этот вебинар провести, потому что сейчас вы знаете, что я работаю в Киеве, да, с новой структурой, которая перешла ко мне буквально там неделю или две назад. И настраиваю работу здесь, и что я увидел, что я услышал, и что навело меня, в принципе, на вот этот вебинар, да. Очень много вопросов, у людей нет понятия, различий, как отличить компанию от проекта, и очень много мне спрашивают, так что вот, была у нас такая компания Кейс, была такая компания Делсон, и в Казахстане спрашивали, я не сильно понимал, почему люди не могут отличить. И когда людям объясняют, как же они отличают, что есть компания, есть проект, и нужно их нормально чувствовать. Я когда заходил сюда работать, когда попал в инвестиционный портфель, я смотрел лишь на организацию компании, как все организовано, и это для меня является авторитетом, а не то, что пишут где-то там. Поэтому я хотел бы вам вот такой вот включить слайдик, чтобы вы это видели, и вот этот слайд называется «Отличие компании от проекта», и немножко объяснить разницу, чтобы вы в этом разбирались, вы это могли своим людям объяснить. Потому что когда людям объясняешь, им очень хорошо доходит, они понимают, что такое компания, а что такое проект. Итак, я взял здесь самые известные сейчас компании и проекты. Это Quest for Closeness, Innovative Security, Skyros, Helix, Dropbox. Кто-то работает, кто-то нет, но вы сразу поймете на этом моменте, в чем отличие. Когда люди начинают разбираться, они понимают и очень хорошо понимают уровень компании Quest for Closeness. Итак, в чем путаница? То есть обычно люди не смотрят дальше, ниже 20 тысяч. Сайт есть у всех, да, у всех стоят плюсики, у всех есть сайт. Всех. У всех этих компаний есть свой маркетинг, тоже у всех стоят плюсики. И дальше люди особо не разбираются, как работает компания, то есть как она устроена изнутри, какие сервисы включены и насколько масштабное руководство подошло к организации компании. Если мы возьмем такой вопрос, лицензия, с помощью которого уже открываются банковские счета. Лицензия есть только у двух перечисленных. Есть у Quest for Closeness и Innovative Security. У Kairos, у Helix и Dostin никакой лицензии на инвестиционную деятельность и на прием средств от инвесторов нет. Потому что у них, то есть что показывает, есть ли лицензия у компании или нет. Это банковский счет открыт на компании. Когда вы отправляете деньги на SWIFT, там указано, что если это Quest for Closeness, да, то есть с октября до июня фактически полностью работал именно SWIFT, я отправлял деньги на Quest for Closeness, мне приходили деньги с банка с реквизитами, что мне компания отправила деньги в Quest for Closeness. То же самое также работает в компании Innovative Security. Вот. Ни в компании Kairos, ни в компании Helix, ни в компании Dust такого счета нет. То есть если были какие-то счета у Helix и Dust, но не было их вообще. То есть Dust она был, то такой, у Kairos его тоже нет. И вы должны это точно понимать. То есть если в компании не было и нет счета на банке, именно открытого на компанию, значит у них нет никакой лицензии, то есть полностью. То есть это очень-очень важно. Дальше момент. Договор. Письменный договор с клиентом. Это очень тоже важно. То есть есть он у Quest for Closeness, есть он у Innovative Security. Кстати, Innovative Security работает точно такой же системой. Есть компания
холдинг, есть компания, которая является управляющей активами, и есть компания-брокер. Точно такая же система. Работают они с 2009 года. Я работал в этой компании с 2011 года по 2014, то есть полтора года, чуть меньше. То есть что-то смотрел, что-то... Так, вот есть все подключилось. Вот. И доработает эта компания до сих пор. То есть договор, который вам присылают по почте, это не оферта, которая на сайте. То есть это вам нужно понимать, что если в компании есть договор бумажный, да, если вы наводитесь в список, его не отправляют по почте, там жалеют денег, то просто сложно, вы должны понимать, что каждый договор, это есть люди, которые с ним работают, это есть юристы, это каждый договор стоит отправки денег, это большой штат. То есть вы должны понимать организацию работы и насколько заморачивается компания в этой работе. Ни у Кайр, ни у Феликса, ни у Делсон не было никаких договоров, и их нет только оферта на сайте, которые в принципе вообще ничего не значит. Если она даже что-то значит, то никто если не заморачивался, чтобы сделать письменный договор. Это тоже важно. Вы должны в этом разбираться. Следующий пункт. Офис за границей у компании, который можно посетить, который можно приехать. Из вышеперечисленных только Quest Office и Innovative Security имеют эти офисы. У Innovative Security, если я помню, в Будапеште, у Quest Office в Испании, который сейчас приезжает в Мурсию, где люди были, и наши люди были, и немцы туда ездили, и видео вы видели. Ни у Кайроса, ни у Феликса, ни у Делсон за границей никаких офисов нет ни в Европе, нигде. То есть если какой-то офис, то он якобы брендированный, но он либо в России, либо в Украине, и больше нигде. И вы должны в этот момент явно понимать вот эти различия, да? То есть насколько заморачивается именно руководство работой с, именно с клиентами и с организацией своей системы, своей компании. То есть офис — это очень важно. Дальше, что я еще хотел, чтобы вы обратили внимание, потому что мне люди говорят, вот, я обрабатываю те моменты, которые вы как бы слышите, и мне, которые задают здесь, и на которые нужно иметь ответ. Я пустые поля оставил в Innovative Security Development, я не знаю количество клиентов там, которые были, да, то есть я примерно знаю, что в Феликсе это было 240 тысяч клиентов, в Кайросе это примерно 180 тысяч, но там надо, как мне сказали, поделить на 3, потому что у многих нет по несколько аккаунтов, у кого-то 5, у кого-то 1, у кого-то 2, и это примерно 60 тысяч клиентов. У нас же, то есть я могу только по своим структурам сказать, потому что я не знаю, в Германии еще кто-то работает. Структуры — это у меня 2300 клиентов и 3950 именно клиентов, которые активны, это вот структура консультирования, которая пишет. То есть всего у нас 6250 клиентов. Помните, цифры, и вы поймете, что, то есть, когда мы говорят, что вот, компания работает столько-то бурно развивается. На самом деле, это еще зачаточная стадия, которая только-только начинается, и практически мы даже еще не работаем. Потому что работаем мы только с марта. Дальше важный момент, который нужно вам обращать внимание. Колл-центр. Если у компании колл-центр, у Квестра Холдингса есть колл-центр, когда вы регистрируетесь, вам звонят, а у вас есть, если у вас какие-то вопросы. Здесь колл-центр можно записать обратный звонок. Это есть. Есть в Innovative Security. Тоже есть колл-центр, то есть это организовано. То же самое можно заказать обратно, у нас это есть. Ни у Кайроса, ни у Кирича, ни у Досмана колл-центра нет, который бы обзванивал. То есть если можно туда было как-то дозвониться или как-то дочитаться, то это не организовано и очень сложно. Да, то есть вы на этот момент и на организацию должны вот это вот видеть. Плюс техническая поддержка, как организована. А вы знаете, что есть техническая поддержка через сайт, и сейчас появилась техническая поддержка еще прямо где ваш кабинет, да, вот это окошко, где прямо онлайн можно задавать технические вопросы. У Innovative Security тоже есть техническая поддержка хорошая. Кайрос и Феликс и Делсон, техническая поддержка по отзывам людей, которые там работали, практически никакущая и ничего невозможно добиться. Эти моменты вы тоже должны смотреть и определять. И поэтому еще важный момент, в каких странах работает компания. То есть можно зайти на сайт Алексея, посмотреть посещаемость, откуда есть клиенты, где идет работа. Вот я выписал у вас в процентном соотношении, да, по странам, где работают эти компании, где работают эти проекты или где они работают. Если вы сохранили, то есть на первом месте это клиенты из Германии, 25%.
клиенты из Германии, это первое место. А потом Россия 19%, Украина 17%, Казахстан 6%, США 5%. А если на рынке 5, то есть там Украина 54%, Казахстан 43%. Европы нет вообще. Кайра работает, Турция 22%, Украина 18%, Германия 10%, Словакия 6%, Россия 6%. Феликс работал только в Украине, я не знаю, когда мне будет. Это вот похожая компания. Но вы посмотрите, в каких странах работает какая-то компания, и начинайте с этого сравнивать. Потому что когда работает одна компания вообще в одной стране, либо в одном городе, и с компанией, которая работает во многих странах и работает в Европе. То есть сейчас пока тяжело работать с Гонконгом и Штатами, там с платежными системами есть вопросы, пока вот новой лицензии не будет. До сих пор все дело тянуться, да? И плюс есть Delta, которая работала в России, Казахстан, США, Украина, Германия. То есть вы смотрите на географию компании, где она работала, и вы понимаете примерно, откуда клиенты. То есть клиенты из Германии, из Европы не будут работать в каком-то в маленькой компании или в маленьком проекте. То есть вот эти моменты вы должны просто для себя знать. И люди вот такую табличку ставить, когда они вам задают, что это похожее. И вы вот эти вот моменты, что у нас есть важно. То есть сайты маркетинг есть все. Лицензия, банковский счет, договор письменный, который приходит, офис за границей, колл-центр, техническая поддержка хорошая. Где это все? Вот вы должны сразу понимать, в чем отличается. В чем отличается вот эта вот вся работа? Вот, и вы должны видеть компании и проект. И вот именно не надо смотреть на сайты маркетинг. Вы взгляните глубже и посмотрите на организацию компании внутри, насколько руководство, насколько большой штат людей, насколько много департаментов работает в компании, насколько большой сервис сделан. И вот это отличает маленький проект от большой компании, которая работает долго. Поэтому здесь вы на это должны обращать внимание. Я хочу, чтобы вы эту табличку для себя все сохранили и с этой табличкой уже работали со своими людьми и объясняли им разницу компании с проекта. Это очень важно, чтобы вы это понимали сами. То есть, чтобы вы смотрели в глубину, не смотрели на поверхность, не смотрели только на какую-то одежду. Вы должны копнуть глубже, посмотреть на само устройство данной компании, все сервисы, какие системы включены, насколько глубоко и насколько мощно работаете. Напомню, Innovative Security, вот, в принципе, я сейчас начинаю понимать, что просто холдинг хочет догнать и перегнать такую компанию, как Innovative Security, которая с 2009 года работает и до сих пор работает успешно, потому что систему они строят точно так же. То есть компании, как бы лучше на данный момент на рынке, я еще не видел. Еще важный момент, да, то есть вы вот эту табличку взяли, на вопросы я вам как бы поотвечаю попозже. Я сейчас, когда вы этот момент прошли, сейчас я пойду дальше. Хорошо? Я сейчас хочу перейти к чему? Что, чтобы мы выходим на новый формат работы. Я хочу, мы вводим сейчас информированность всей работы нашей структуры для России, Казахстана и Украины, чтобы вы все знали, что происходит, где мы работаем, с кем мы работаем и что мы делаем. Просто, вы знаете, академия у нас такой, да, но это как бы все было у всех по отдельности. Сейчас мы делаем так, чтобы вы знали все вместе, что мы делаем. Делаем вариант информированности для всех. И сейчас я хочу показать вам наш план работы сейчас именно ветки моей «Россия-Казахстан». То есть это отдельная, для меня это отдельная ветка, отдельное видео. Да? То есть здесь у нас получается 28-29 на самом деле было Караганда. Они Шымкент, то есть поменяли местами. Потом Алматы. Уже сегодня летят туда лидеры прямо сейчас в самолете. Дальше будет это Шымкент, открытие офиса. И в Алматы открытие офиса, чтобы вы знали. Дальше у нас промоушен. Дальше мы должны улететь в Китай, Макао и Гонконг, отработать там. Там у нас планируется открытие офиса, и мы этот момент держим на контроле. И будем надеяться, что к этому моменту, 2-4 августа, мы успеем туда. Дальше. Плюс в это же место, вот 2-4 августа, мы еще хотим в Мадрид, Испанию слетать. Обязательно. Я сейчас уже сегодня говорю с лидерами, и раньше говорил с этим, что занимаемся получением виз.
и начинаем работу по визам, чтобы большой делегацией лидеров с Казахстана, с России, с Украины слетать именно в Мадрид, в офис в Испании. Я думаю, человек 7-10 у нас наберется, и мы туда полетим, там все вопросы, как говорится, свои порешаем, поговорим с руководством. Далее у нас запланировано вот здесь академии в Казахстане, в Москве, в Украине. Я уже дальше вам объясню. И у нас запланирована работа в Штатах, это в конце августа, и в начале сентября мы должны посетить Мексику, поработать там, потому что у нас там уже очень долго. То есть это вот наша только российская и казахстанская ветвь, чтобы вы понимали объем работы вперед, и вы были информированы, что мы делаем. Если какие-то даты будут сейчас, мы будем об этом сообщать.